Всем привет, мы на канале Батя в деле, меня зовут Руслан. Срочное включение, ночью я обычно никогда не записываю, но сегодня вот исключение. Я получил субсидию на 12 792 рубля сегодня. Как я получил, если коротко? Я с телефона зашел через браузер, именно не через приложение личный кабинет ИП налоговый, и там подал заявку. Если мы заходим через приложение в телефоне, мы не увидим нужную кнопку нам. Если мы заходим через браузер, авторизуемся и в личном кабинете ИП видим кнопку «Сохранить бизнес». Нажимая на нее, можем прочитать всю информацию. Но, если коротко, нам нужно, чтобы наш АКВЭД, допустим, как таксомоторная деятельность, подходила под субсидию, поддержку типа бизнеса. И получаем мы это за ту нерабочую неделю в начале ноября. Сейчас середина ноября, то есть подать еще можно. Ничего сложного там нет, то есть там автоматически формируется заявление, в котором не нужно ничего писать. Единственное, что там нужно будет проверить, это свой счет. Там будут все счета, которые у вас были в жизни, по всем банкам. Нужно найти рабочий на тот, на который придут деньги. Все сохраняем, отправляем. И где-то через там 6 дней, включая выходные дни, я получил эту субсидию. На прошлой неделе я подал, сегодня 15 число, сегодня я ее получил уже на карту. Кто не получит? Не получат те, у кого ИП было зарегистрировано позже 10 июля, то есть если оно раньше 10 июля, его успели внести в реестр вот этих вот всяких там видов деятельности, и тогда проблем не должно быть. Второй момент. Если есть какие-то штрафы, какие-то недоплаты по ИП, там, по налогам, там еще почему-то, скорее всего, тоже выплаты никакой не будет. Ну и третье, конечно, АКВЭД должен подходить под вот этот список, там, реестр тех видов деятельности, которые поддерживают. Но в случае таксомоторной деятельности оно подходит. Платят субсидию по формуле ИПшник сам, допустим, я плюс все мои работники официально зарегистрированы. Так как я один, я получил субсидию в размере 12 792 рубля. Кому-то может прийти какая-то сумасшедшая субсидия на весь парк, но если у них все официально работают. Собственно, все, ничего сложного там нет, нужно подавать это заявление и ждать эту выплату. Я думаю, что если подать в понедельник, в конце недели уже эти денежки могут прийти. В общем, всем спасибо за просмотр, всем удачи, пользуйтесь этим моментом, не пропустите возможность как бы заказать эту выплату, да, для себя.